Всем привет, дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. И сегодня на наши сервера установили резонанс снаряжения. Это новый вид снаряжения для ваших героев, который имеет повышенные характеристики. И также вы можете еще больше забустить эти характеристики, если вы привяжете определенную вещь под определенного героя. И сейчас в этом видео мы будем разбираться, как же это происходит и что вам для этого нужно. Данный сет преобразовывается на событие серых гномов, которое обычно длится 2 недели. И оно происходит обычно раз в месяц. Поэтому если у вас слева его еще нет, просто подождите и вскоре оно появится. Итак, мы переходим во вкладку ковки, самое первое. И нас интересует классовый комплект. Из этого комплекта под определенный класс мы как раз таки делаем комплект резонанса. То есть это следующая стадия, новая стадия, которую мы сейчас будем вместе с вами производить. Но если у вас уже есть классовый сет, но не под нужный класс, мы можем его преобразовать. Мы переходим во вкладку преобразования, и здесь за 100 миллионов золота мы можем, к примеру, там, если у вас сет воина, предположим, это просто для показательного примера. И нам нужен сет киллеров. То есть сет воина преобразуем в сет киллеров, за это мы платим 100 миллионов. Или же преобразование комплекта резонанса. Точно так же, только это вы преобразовываете именно уже самый апнутый комплект в какой-то другой класс. Точно так же, в принципе, работает и тоже стоит 100 миллионов золота. У меня сейчас комплекта резонанса пока нет. Сейчас мы его вместе с вами сделаем. Окей, переходим в ковку. Комплект резонанса. Я первый комплект буду делать на рейнджеров, потому что первый комплект я хочу сделать на героя превосходства, королеву. Она очень зависима от выживаемости в бою, она очень сильно решает в PvP, насколько вы знаете. Именно поэтому под королеву я хочу на данный момент сделать этот сет первым. Ну, по крайней мере, сет на рейнджера. Что нам для этого нужно? Один классовый сет, как я сказал выше, и один обычный шестизвездочный сет. То есть довольно-таки высокая цена преобразования, помимо этого 200 миллионов золота и 5000 гемов. Друзья, то есть вот эта вся комбинация нужна для того, чтобы получить один сетик резонанса. Огромная цена, для новичков она абсолютно неподъемная, для новичков даже обычные шестизвездочные сеты будут уже в радость. Первое отличие данного сета это то, что базовые характеристики стали гораздо выше, то есть даже без привязки к герою этот сет будет намного круче, чем классовый. Помимо этого, как мы видим снизу, нижний стат это привязка под героя с дополнительной характеристикой. К примеру, сапоги дает плюс 10 скорости под героя Мишель. Но мы сейчас это будем менять, то есть героя можно менять, привязку можно изменить. Далее, кольцо на Маласу, то есть это два кормовых героя. О, смотрите, я броню получил сразу на алую королеву Халору. То есть мне не придется броню сейчас менять под... ну, в общем, не придется резонанс менять. Сразу алая королева Халора, отлично. И оружие охотник на демонов. Весь нанесенный урон повышается на плюс 6%. Окей. Теперь что мы делаем? Мы переходим в обычную кузницу. То есть данная вкладка события нас уже не интересует. И, кстати говоря, на событии можно сделать 3 сета за 2 недели. То есть вот такое вот ограничение. В общем, 3 сета в месяц вы можете делать таких. Это ограничение больше для донатеров. Далее. Нас интересует вкладка сверху. Разложить снаряжение. И здесь мы можем разложить вот эту снарягу. Например, зеленую, которая копится очень сильно. И красную точно так же. На вот такие вот кристаллы резонанса душ. Сейчас мы вместе с вами это и сделаем. Все это сюда сливаем. Самое главное, вот трехзвездочные, я не знаю, давайте трехзвездочные пока не буду трогать. Разложу вот эти самые начальные. Посмотрим, что из этого получится. 88 миллионов, окей. Полетели. Окей, данный кристалл у нас получен, и теперь мы переходим в самую последнюю вкладку «Герой резонанса». И здесь мы будем выбирать именно герои, которые нас интересуют. Итак, нас интересует Халора, и оружие нам нужно менять. Но прежде чем я буду менять оружие, я хочу первую шмоточку, которую нужно преобразовать. Это сапоги, потому что сапоги дают дополнительную скорость. Под PvP это очень важно, поэтому
я буду искать сапоги на Халору. Преобразование резонанса или же 500 гемов. Смотрите, значит, в чем отличие? Преобразование резонанса — это вы просто используете вот эти кристаллы бесплатно. Но за 500 гемов вы можете повысить шанс того, что данная шмотка приобретет резонанс на вашего выбранного героя. Поэтому если вы сын Илона Маска, можете использовать по 500 гемов. Я буду использовать пока бесплатный вариант. Итак, преобразование резонанса стоит это 1 миллион вот этих кристаллов. У меня 88 попыток примерно. Полетели. Рассел. Герой Рассел. Кстати говоря, я просто не знаю, какой шанс вообще словить нужного героя, но сапоги на Рассела, в принципе, неплохо смотрятся. Проблема в том, что Рассела я не использую сейчас в основной команде в PvP, и, в принципе, меня это не особо интересует. Окей, давайте отменим. Снова на Мишельку. То есть повторный герой может выпасть. На самом деле это очень печально. Да смог. Окей. Микки. Шляпа. Кэрри. Сапоги на Кэрри. Вы знаете, о чем я сейчас подумал? Я вам советую, если есть такая возможность, делать сразу два сета одинаковых по классу. К примеру, там два сета на лучников. Таким образом, вы сможете вот эти шмоточки сразу под нескольких героев готовить. Это, конечно, очень дорого звучит, но, в принципе, это рабочая схема. Сапожки под Кэрри. Окей, давайте пока сохраним на Кэрри. Это до сих пор актуальный герой. И сапоги пока оставим, паролем, например, брошку. Брошка у нас под Маласу была. Также бесплатным вариантом. Ой-ой-ой, я не выбрал Халору. Фейл от меня. Так, Флора. Почти Халора, но не то. Мишельку снова дали. Элойза, новый герой. Тут, кстати говоря, 8% здоровья, то, что нужно на Халору, дополнительная выживаемость. И снова на Кэрри, да ладно. Я уже могу собрать, по-моему, сет на Кэрри, а не на Халору. Окей, давайте... Броня у нас была на Халору и вот оружие. О, Халора с первого раза, отлично. Сколько у нас тут героев? 6, это получается... Так, извиняюсь, 8, 19 героев, да? 19 героев. Но не так много, в принципе, шанс не такой маленький. Так, все, я сохранил эту вещь, надеюсь. Алая королева Халора. Тут у нас есть... Ладно, давайте все-таки Кэрри переролим. Сапожки. Снова Рассел второй раз. Снова Кэрри. Халору, Халору. Не надо мне из блинк. Так, стойки му. К сожалению, не прокает. Сапожки хотелось бы сделать. Дополнительная скорость лишней не бывает. Флора. На самом деле, может и не выпасть ни разу Халора. А не, отлично. Все-таки получилось сделать. По-моему, у меня было 88, да. И сейчас мы посмотрим, сколько у меня на все эти шмоточки ушло этих камней. Снова Кэрри выпадает. Филд. Флора очень часто пролетает. Разработчики такое чувство, что байтят меня скрафтить этого героя. Но я не поддамся. Кэрри очень часто выдает. Стойкий му. Охотник на демонов. Не то все. Тут также 8... А, ну это, в принципе, эта шмоточка есть. 8% здоровья. Пенни. Флора, да блин, хватит Флору давать. О, Халора, все, друзья. 88, то есть это получается 42 миллиона ушло на 3 вещи. Не знаю, повезло ли мне или нет. Пишите в комментариях, сколько у вас ушло на перекрафт под определенного героя. И, в принципе, таким образом и происходит крафт вот этого сета. Теперь мы его экипируем на Халору. Скорость плюс атака. И вот такие вот характеристики у нее получаются. Кстати говоря, что касается Войда, можно ей скорость подкачать. Ладно, не буду пока качать, я не помню. По-моему, я ей не хотел, наоборот, на максимум скорость гнать.
В общем, пока оставим вот так. Друзья, ну что, вот такой вот сет получается. То есть он с нереально высокими характеристиками дает очень сильный буст. И, в принципе, самый действенный совет — это делать на героев превосходство, потому что они имеют самую большую силу, в принципе, в игре. И только потом уже задумываться о героях обычных. Но вы можете комбинировать, к примеру, если вы используете там Рассела вот сейчас как основного ДД, и в будущем вы хотите сделать Халору, вы можете, к примеру, скрафтить на Рассела сет Рейнджера и не ролить вот эти навыки, не ролить резонанс. Он, в принципе, дает буст хороший, но не такой, что прям очень сильно нужен. То есть им можно, от него можно воздержаться. И вы можете сэкономить довольно-таки большое количество ресурсов и в будущем уже под 100% героя скрафтить определенный резонанс. Точно так же, как я сделал под королеву. То есть данный сет с нее никогда не уйдет, потому что королева — это герой, можно сказать, навсегда. Ну, с большой вероятностью она останется всегда актуальной, по крайней мере, там, ближайшие года точно. Точно так же это относится к той же Сяшке, это относится к Асмоду и к будущей Джахре, которая должна выйти. Кстати говоря, Джахра — это маг, поэтому если вы хотите ее скрафтить, вы можете уже готовить сет на мага. И следующий сет, который я хочу сделать, это будет сет на мага под Форкиса. Этот герой очень сильный, но я не уверен, что я буду делать под него резонанс. В принципе, мы можем это сделать сейчас сразу. И посмотрим, какие привязки выпадут. Надеюсь, мне всего хватит. Комплект резонанса, маг. Отлично, всего хватает. 200 миллионов 5000. Полетели. И смотрим привязки. Мим. Огненная буря. Мерцающий и Аберон. На Форкиса, к сожалению, ни одной привязки. Поэтому, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Если этот гайд был полезен, обязательно оставим пальцы вверх, подписываемся на канал и пишите в комментарии, сколько у вас ушло кристаллов на ролл шмоточек под определенного героя. Будет интересно сравнить. Все, увидимся в следующем видео.